Раз, два, три! Вот так мячик, сказал, вот так вот. Скажи, у меня, скажи, есть теперь новое колесо, есть мячик, вот этот вот в хлам. То все валялся, он им не играл, а тут все в хлам. Да, вот так вот, да. Вот так вот, резинку надо забрать у тебя, эту резинку. Надо забрать. Так. Танюшек, не переживай, портрет скоро будет. Юля уже заказала, его изготовят, и она сразу же отправит. Привет всем, с кем я еще не здоровалась. Это у нас уже вторая часть эфира. Вот так вот, вот так вот. Вот. Да, лев он у нас и в Челябинске лев. Ой, видите, какой львище. Это вот у нас сколько? 2 метра клетка. Он в длину 1,70 где-то. Что за Левушка? Лежит Левушка, красавчик. Симбон, что, тебе скучно, да? Ты устал. Сегодня он устал. Сегодня гости были. Симба выброжал. Ой, это вообще что-то, что-то такое было невероятное. Вот наша танзанская бабочка. Эти, слава богу, не выдергиваются. Это что тут за пяточки? Пяточки и лохматочки. Вот так вот, да. Вот, да, глаза прям аж вытаращили. Кто это там вытаращил глазки свои? Вот так. Вот так вот. Пощекочем пяточки. Пяточки 45-е растоптаточки. Вот так пощекочем, пощекочем, пощекочем. Симба прибалдел. Да, пощекочем, пощекочем. Вот так вот нас, петульки нас, пощекочем. Лежит, прибалдел, видали? Массаж лапочек даже лев ценит. Вот они, наши лапочки. Когтик, когтик. Видали, когтик какой у нас? Вот они, мои ляпочки. Ляпочки, да, ляпочки. Все убираем. Ой, ой. Так Симба вам показывает, как нужно делать массаж позвоночника. Если кто не догадался. Симба у нас всегда дает очень дельные советы. Да, Симбоня? Да, вот так вот скажи. Вот так надо делать, да. Скажи, чтобы все позвонки вставали на место. Да. Кто это? Кто это у меня охотится? Кто такой охотничек? Ать! Сейчас я перейду сюда. И Лёшка, наверное, пошла провожать гостей. Так, мы послушаем сейчас, как тут наш львёныш рычит. Да, цари они такие, любят массаж пяточек. Любят, когда подмышку ему чешут, сразу отпад у него начинается. Да, вот наша Насюлька-соплюлька наша, вот она, вот она, вот она наша Нося. Нося наша. Да, Носька наша. Красивая. Да. Чего? Чего такое смешное? Ох, причесон у тебя, Симбон, вообще. Вообще, причесон у тебя. Ой, ой, фу. Пчих, пчих, да? Пчих. Будь здоров. Будь здоров, маленький лев. Охотиться будем? У нас сегодня с ним новая игра.
Мы охотимся. Спасибо, Танюшечка. Спасибо, что вы все смотрите эфиры. Что я не просто так, не впустую хожу здесь с камерой. Парнишка. Парниша. Парниша. Мур-мур-мур. Мур. Мур-мур-мур. Мур. 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 Да вот так, вот так, вот так вот. Отдыхает. Царь отдыхать изволил. Да, на башке у нас такой ананасик вообще. Так, это у меня опять поздравление. Завершение масленичной недели. Друзья мои, сегодня прощенное воскресенье. Простите меня, пожалуйста, за все. За все, за все, за все. А я вас прощаю за все. Я прощаю, и Бог простит. Лев типа у нас уснул. Лев уснул. Да, мне здесь вот вы мне все придали сил, чтобы я сегодня сошкребла свою жопку, притащила в приют и порадовалась вместе с вами вот таким вот замечательным детям. Ой, какой он смешнучий, а. Вот вроде лев такой, лев, да, лев прямо. А такой смешной, с таким ананасом на башке. Ой, что это за такой, за такой маленький лев, такой красивый. Красивый такой. Кто там, никто не идет? Никто не идет, что ли? Там что, никто не идет, что ли? Симбуня. Симбусик. Сейчас как соскочит. Ты моя лапочка. Ты моя лапочка. У него, так, вот напротив, вот на этом вот глазике у него точка. Я летом ее показывала. Вот, рыженькая точка, да. Точка рыженькая. Да. Ой, ты такой прям вот. Вот такой прямо вот вообще лев такой прямо. Вкусный такой лев. Тетя Юля тебя сейчас поймает, съест. Съест тебя. Хохолок. Какой хохолочек у нас. Хохолочек, хохолок, хохолошечка. Ирокезик. Вид сверху. Симбуня, симбусь, симбамбуся, симбамбуся, симбамбенок, симбамбенок. Это я засовываю между решеток этот, как его, телефон. Вот она, сокровище нас. Все, пусть подремлет. Пойдемте прошвырнемся до гектарчика. Может, он у нас уже проснулся. Эти угомонились. Наконец-то. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи, угомонились копытные. Или Моша еще дрыхнет. Сейчас посмотрим. Ой, Марунечка свою лапку вытащила. Ой, кот-то наш, ёкарный бабай, на спине спит. Вон. Лапки кверху задрал. Спит. Действительно, носик такой розовый. И да чей такой розовый носик. И да что за носик такой розовый. Да, нам надо учиться любить, прощать и принимать. Ананас с ушами. Во, прикольно. Прикольная погоняла Симби, мы с вами вместе придумали. Ананас с ушами. Ой, Симба людей обожает.
Вот так вот. Симбон, да, сейчас пока намаялся, отдыхает, и этот у нас сегодня спит. Вы когда-нибудь видали, чтобы Гекко спал? Вот Гекко сегодня спит. Вот так дрыхнет наше сокровище. Сегодня мы и гладились, и чесались. Он муркал нам. Да, все были рады гостям, все себя показали. Вот она, наша царская лапка лежит. Да, вот так вот. Вот так, ой, ты наша Мадонна. Мадонна, ты наша Примадонна. Ой, со своей улыбочкой. Мур, мур, мур. Отвечает, как... Иди, боже мой. Маруня, ты же девочка. Ты зачем ругаешься? Ты же девочка. Да, с улыбочкой Сикстинской Мадонны. Если Ева у нас Джоконда, дикая Джоконда, это у нас Мадонна. Так, вот еще у меня поздравление пришло, булькает. Вот, приветствую всех, кто к нам только присоединился. Так, мы сегодня в эфире 3,5 часа, да? Вот она наша красавица. Такая великолепная, да? Глаза у нее под цвет шерсти. Вот когда Карен Бочганович выложил видео на Ютубе про то, как ее он вызволил, как вез в приют, вот, там все писали в комментариях, что вот люди такие рассекие, жестокие. Вот. Ну, на самом деле, людям тоже пришлось защищаться. Она напала на погорелку на деревню, таскала кур, гусей, ела собак, с голоду ребенок, с голодухи. Вот, и попала в селок, потому что люди тоже были напуганы. Вот здесь такая двоякая ситуация. Главное, что ее не застрелил ни егерь, ни участковый, а все-таки позвонили Карену Вачигановичу, и вот он приехал и забрал вот эту бородатую красавицу. Да, Мара? Да. Глазками так хлоп-хлоп со своей улыбочкой. Так, к лебедям я не пойду. Так, это опять вышло, да, ёкарный бабай. Да что ж такое ты будешь делать? Стоит, нажевывает картошину, картошку жует. Козы все выгребли, яблоки все выгребли. Яблочко хочешь? Сейчас тетка тебе яблочко вынесет. Ленечка проснулся. Леонид наш, Леня, да. Дядя мой золотой, Армашек. Армашка. Так, сейчас возьмем... яблочек. Так. Народ, я что-то опять у меня куда-то потерялась. Дайте знать, я вышла обратно или нет. Ой,